Вниманию пятиклассников гимназии номер 7 мультфильм о приключениях незадачливого пассажира российских железных дорог. Показанные на экране действия главного героя вызывают у ребят улыбку. Но в реальной жизни попытка перейти рельсы в неположенном месте, а то и вовсе зацепиться за вагон, едва ли станут поводом для смеха, предупреждают зрителей, создатели анимации и гости, представители Московско-Курской дистанции пути и транспортного отдела администрации. Железная дорога – это зона повышенной опасности. И почему-то всегда она очень привлекает наших детей и подростков. Мы просим их быть предельно внимательным, соблюдать правила поведения на железной дороге, быть внимательным к себе и к своим близким. Много кто выходит на учебу, больше оборот на железной дороге по пассажирам, в том числе именно несовершеннолетним. И травматизм – дело неприятное, и, конечно, хочется, чтобы было его гораздо меньше. От ироничного мультобзора последствий невнимательности на железной дороге к сухим фактам и строгим правилам поведения. Ребята прослушали лекцию, с которой усвоили, что даже, казалось бы, безобидные действия могут быть потенциально опасными. Например, пассажирам поезда ни в коем случае нельзя высовываться из окон. Можно задеть провода и опоры вдоль путей. К услышанному детвора отнеслась серьезно. Я буду всегда соблюдать эти правила, чтобы у меня ничего не травмы не было. Лучше прислушиваться, потому что это советы могут спасти тебе жизнь. Ценные выводы для себя сделали ученики и второго корпуса гимназии номер 7, что на Вокзальной улице. А вообще уроки безопасности в администрации округа РЖД обещают преподать в каждой школе Красногорска. Особенно актуальны эти напоминания будут с приходом первых холодов и снега. В зимних погодных условиях на железной дороге стоит быть еще внимательнее.